Всем привет! И добро пожаловать в Dead by Daylight. У нас новый ман намечается и новый выживший, но в настоящий момент мы посмотрим море нового мана. Вот так вот ман выглядит. Имя ему The Hound Master. Я так полагаю, что это собака. Greyhound Dog, да? Вот, принесла добычу. Хорошо, на самом деле... Много анимации, то есть анимация, когда она посылает собаку атаковать, да, собака возвращается с добычей. Но вот она, когда говорит «ммм» или смеется, у нее вообще нету мимики лица, вот это меня немножечко напрягает. Вот, ну что ж, ладно. Собака, наверное, может сейчас прилечь, отдохнуть. А что ты на нас смотришь? Мы не добыча, отвернись, во. Ну? Подкорми свою собачку, псинку. Ага, вот так вот. Ладно, хорошо. Ну давайте, тогда собачка сейчас возвращается и смотрим море. В принципе, прикольное. Немножко жестокое, но довольно-таки забавное. Вот так вот. Что-то Эйсу как-то не повезло, да? Ну что ж, вот такое вот море у нового маньяка, который скоро появится уже на базовых серверах. И за которого можно будет поиграть, если у вас нету Стима и нет возможности поиграть на ПТБ. Ман быстрый, радиус террора большой, рост средний. И много-много-много всякой полезной информации, о которой, наверное, будет отдельным роликом. Все, всем спасибо и всем пока.